Подмосковный Мининвест назвал муниципалитеты с лучшими условиями для предпринимательства. Подобные исследования проводят каждый квартал по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Муниципалитеты оценивают по данным Мособлстата, ФНС Подмосковья и Мининвеста. По итогам третьего квартала первые три места в рейтинге заняли Солнечногорск, Химки и Одинцовский округ, который менее чем за год поднялся на целых 13 пунктов.